принесли посылку. Выведите всех отсюда. Включи меня. Привет, детектив Бенкс. Вы знаете, где ваши офицеры? Пила? Но пила же вроде мертв. Так и есть. Найди его. Времени у нас нет. Как я его поймаю, если я тут никому не могу доверять? Один ты не сможешь. У этого был другой мотив. Что-то личное. Когда ты видел своего отца? Это подражатель пилы. Скоро все пойдет в разнос. Всем экипажам ранен офицер. Этим он нас всех отвлек, чтобы выманить из участка. Мне нужны все вы. Он может быть где угодно. Им может быть кто угодно. Мы порвем этот город на части. Привет, детектив Бэнкс. Когда вы в последний раз видели своего отца? Но такой шанс выпадает раз в жизни. За эти несколько часов я пережила что-то невероятное. К искусственной гравитации привыкаешь не сразу. Ничего не нужно? Нет, спасибо. Может, пиво? Спасибо за заботу. Пока мы делаем лишь первые шаги к тому, чтобы Марс стал нашим вторым домом. Я не сомневаюсь в их профессионализме. Они справятся с любой проблемой. Зовут Майкл Адамс. Давно я здесь? Старт был 12 часов назад. Мне надо домой. Мы не можем развернуться. Нам не хватит топлива. Вы должны быть морально готовы к тому, что произойдет. Кислорода не хватит на всех. Я не дам тебе погибнуть. Дальний космос. Тут как-то безлюдно. Может, найдем другое место? Все нормально. Какая разница? Добрый вечер. Добро пожаловать в отель «Нормандия». Здравствуйте, доброй ночи. На сколько ночей остановитесь? На одну, всего на одну. Поднимайтесь на четвертый этаж. Номер 414. Пойду приму душ, а вы ложитесь. Ты что, потерялся? Слышала.
Что за человек стоит у главного входа? Простите, но я никого не видел. А что, что-то случилось? Кто-то всю ночь не дает нам спать. Я думаю, вы мне что-то недоговариваете. Нет, спросите у жены. Милый, о чем ты? У тебя опять галлюцинации? Зачем ты сюда пришел? Ночь. Мы создадим уют в каждой комнате. До Аннабель. Это самое проклятое место на Земле. Какой-то он пытается запугать нас. До Амитивилля и заклятий. Дом сводит с ума и убивает каждого, кто к нему прикасается. Мэриан? Зло было заперто здесь. Ради вашей дочери. Останови их. Проклятие. Призраки дома Борли. Все началось отсюда. Эй! Кто тут? Учебный год начинается с новых проблем. Хульда Штегбарт, прекрати! О нет, опять! Да, мы едем в Дубай. Папа, но мои друзья здесь! Что? Они не могут так поступить? Хотел бы я, чтобы хоть раз им пришлось делать то, что я скажу. Ты этого не хочешь? Нет, я хочу! Мы ищем директрису Шмидт Гессенвайн. О, нет! Феликс, это все, что ты можешь нам сказать? Теперь, когда он главный, он понимает, что маленькие родители – это большие проблемы. Было еще кое-что. Хульда... Хульда, Стэч, что ли? Она давно мертва. Когда я закончу, вы не узнаете эту школу! Этим летом... Леонард, я уничтожу тебя! Мне нужны мои друзья. Я не могу сам увеличить вас обратно. Стегбард настоящий. Она из тех зомби, которые хотят захватить нашу школу. Ладно, какой план? Мы могли бы вам помочь! Ты, может, еще семерых гномов позвать? Чтобы спасти школу, герои всех размеров должны объединиться. Вы тоже уменьшились? Да! Он сошел с ума! О, черт, а! Это действительно опасно! Беги, Феликс, беги! В конце концов, мы твои родители! Помогите, я уменьшил своих родителей! О, это отвратительно! Кино с 27 мая.
стала пустым звуком. И все, что осталось старому волку, делать почетные выставки. Звезда обанкротилась. И, наверное, пора уходить. Написано же, я занят. А вы, выходит, не фанатка? Пока еще нет. Крупная корпорация сбрасывает в море токсичные отходы. У жителей проблемы со здоровьем, но их не замечают. Вы можете нам помочь? Я должен поехать в Японию и рассказать правду. Только попробуй снова исчезнуть и подвести меня и журнал. Джин, они наводят справки о тебе. Это становится опасно. Как они могут скрывать это? Разберитесь с ним. Я сделаю репортаж, который взорвет мировую общественность. Вы не понимаете последствия. На кону! Жизни наших детей! Ты не боишься прикасаться ко мне? Я смелый. Индейцы верили, что фотография забирает у человека часть души. Но она забирает и часть души фотографа. Джонни Депп. Все, что мы можем сделать, сукин сын, это не закрывать глаза на правду и бороться до последнего. Великий. В кино с 22 апреля.